Итак, всем привет. Продолжаем. Данжон Аскендансе. Итак, на пути у нас легкие подземелья, залы. В залах станет ясно, кто может идти дальше, а кому лучше сдаться прямо сейчас. Новая игра, поехали. Нашли мечик. Паука вижу. Хилочку на ману. Это хорошо. Продолжаем движение. Видим паука. Паука мы не убиваем пока что. Нам урона не хватает. Так, скелета. Скелета мы убираем. Убираем скелета. Две плюхи. Телепортация. Итак, продолжаем движение. Хилочка на ХП. Так, у нас гигант. Значит, восстанавливаем магию. Так, у нас ты маг, да? Магическая защита. По сути, самый... Пробуем пробить мага. Точнее, гиганта. Гиганта бьем. Все отлично, мы выжили. Продолжаем. В том же духе. Нам дали зелье снятия эффектов. Это хорошо, продолжаем. Паук двойка у нас. Это отлично. Так, горгулья. Горгулья нас уваншотнет. Гнома мы, в принципе, должны забить. Да, гнома мы убили. Отлично. Есть паук. Паука убрали. У нас есть гоблин. Гоблина убрали. У нас есть статуя. Статуи больше нету. Так, у нас есть скелет. Скелета мы не пробиваем. Да, скелета мы не пробиваем. У нас получается 3-15. 15 плюс 6. Да, скелета мы не пробиваем. Пока что скелета мы не пробиваем. 23. 13. Это один удар получается. 15. 15 плюс 13. Это у нас будет. 15 плюс 6. Получается 21. 21 это, конечно, маловато. Поэтому... В принципе, можем ударить 9 плюс 15, это как раз 24 будет. Да, мы его сейчас пробьем, скорее всего. Либо тролля. Тролля это получается 15 плюс 2 раза по 6. 15 плюс 12 это 27. Мы тролля не убьем. Хотя он с нами равный по уровню. Смешно получается. Убираем, значит, до гоблина. Один удар и огнем его. Прожигание нашлось. Отлично. Скелета мы можем выдержать, в принципе. Если нам, конечно, ХП побольше нарисуют. Так, он четвертого уровня. Мы, в принципе, если наносим 15 плюс 9. Это 24. Мы его не пробиваем. Значит, бьем мелочь. Такую, как гиганта, например. Либо гоблинов. Отлично. Следующий уровень у нас. Четвертый. Продолжаем. Так, у нас есть тролль. Равный. Даже ниже нашего уровня.
Ну, получается 20 плюс 16. Мы его пьем еле-еле. Офигеть, ладно. Еле-еле прямо убиваем. Притирочку. Так, тут у нас получается урон. 20 плюс 8. 28. Мы скелета не убиваем. Значит, убираем пока тролля. А, вот еще у нас еще есть скелет. 26. 26 убирается. До 6 и 20. Убрали. Наш босс. Нет способностей, фразик. Ясненько, значит, будем пробиваться. Смотрим, что у нас тролль себе представляет. Тролль. Мы вроде как считали, нам нужно фул мана и два раза ударить. Тролля убрали. Это что у нас? Увидеть объекты. Смотрим на объекты и ничего нам нового не сказали. Ясно. Так, гном у нас есть тут. Гном, конечно, мощная тема. Так. Продолжаем. Скелет. Удар 18. Один удар выдержим. Удар у нас, получается, будет 12. Мы его не убиваем. Ясненько. Значит, гоблин. Гоблин, удар 12 плюс 20. 32. Гоблина мы убьем. Если мы похилимся, мы убьем гоблина. Гоблина убили. У нас есть тролль, но тролль не равный с нами уровень, а есть только прожигать его. Но он достаточно силен. Поэтому мы пока не готовы пробивать тролля. Будем пробовать бить скелета. Наверняка. Удар 18. То есть мы бьем по нему один удар. 24 плюс 10. То есть мы даже без бафа его убиваем. Удар. И прожигаем. Отлично. Восстановили ХП. Шестой скелет. Это у нас получается удар 14 плюс 24. Это у нас 38. Мы не справляемся. Он для нас силен очень. Он для нас слишком силен, оказывается. Значит, убиваем горгулью. Берем баф меча и смотрим дальше, кого мы можем пробить, кого нет. У нас есть тролль, есть скелет. Тролль два удара мы не держим, поэтому максимум один удар. Удар 14 плюс 24. Нет, это слишком слабый удар у нас будет. А вы не поверите, а мне кажется, мы приплыли. Ну, потому что скелета не убиваем. У нас удар 14. Плюс, получается, 24. 14 плюс 24 – это 38. Получается, мы его не убиваем. Как и тролля. Мы его за два удара... На втором ударе он нас убивает. Мы его просто не успеваем продамажить. Если мы его будем дамажить чисто огнем, нам все равно урона не хватит. Не огнем, а выжиганием. Воспламенение называется.
47-49. Нас урон уменьшенный, понимаешь. Да, мне кажется, тут рестарт, потому что мы что-то как-то вообще. Мы встали и не можем дальше пробить. Об этого мы убьемся, скорее всего, если ударим его. Удар 14, это будет у нас получается 26. Плюс мы ему урон 24 нанесем. Максимум. Надо думать. Но опять же, мы с ним драться на равных не можем, поэтому мы ему проиграем. Этот нас за один удар убьет, как и этот. И этот тоже. То есть с ним вообще без вариантов. Гном, ну гном 8-го уровня, он для нас без шансов. Шестерка и вот шестерка. По сути, вот две шестерки, которые нам только чисто можно пробить. Гигант бьет 11, но у него очень много хп. Пусть мы, по идее, два удара могли бы у него и выдержать. Но он 7-го уровня. Поэтому, скорее всего, это рестарт. Я не вижу, как можно пробить. Не столько боссов бить, но мы даже один удар не выдержим у него. А нам надо хотя бы уровень 6, потому что нам элементарно магии не хватит. В принципе, я думаю, можно пробовать босса свалить. Дистанционно за счет магии. 24, потом еще 24 ему впихнем. Все, и пускай босс отдыхает. Потому что я других вариантов не вижу. Двадцать четыре плюс 24. И еще одно зелье прожмем. У нас их как раз три энергетических. 24 плюс 24 это 48, и еще плюс 18, это, грубо говоря, 2 шара. Нам, кстати, не хватит, скорее всего. Так, 18 это у нас 2. Получается, плюс 16 будет. Это плюс 12 будет. Это получается 48 плюс 12, это ровно 60. Мы его убиваем. Поэтому мы убиваем босса. Это единственный персонаж на этой карте, которого можно убить в данный момент. Что очень странно. Поэтому убиваем босса. А у нас еще 4 магии остается. Удивительно. Да, убили босса. Единственный персонаж на карте. Я удивлен. Удивлен. Разработчики молодцы, блин. А? Дают выбор без выбора. Так, 35 плюс 16. Этого мы убили. 35 плюс 16. Это у нас 51. Этого мы тоже убили. Этого пока еще неизвестно, надо считать. В принципе, можем попробовать. Начнем вот с этого, наверное. 25. Так, минус один. И вот этого тоже в коллекцию. 35 плюс 12. В принципе, он пробивается. Можно было меч взять, ну ладно. 12 и 35. 7-й уровень. Они банально не оставляют выбора, кого убить. 8, 8, 7 и 6. Но они достаточно плотненькие, ребятки. По идее, надо бить гиганта. Либо. А хотя 100 ракет тут.
Тут 40 ракет у нас получается. Бьем 40 ракет. Получается 6. Нет, это 5. 5. Это 40. 41 удар. 41 удар. Убрали. Гном. Получается, гном у нас 14. Это 35. И у нас ровно 35. То есть гном 14 и 35. Гном убран. А, у нас еще защита была. Ну ладно. Я момент пропустил. Так, смотрим тролля. Тролля в идеале, конечно, прожигать. Они равные по ХП. Даже этот сильнее. Тролль, потому что у него больше урон. У гиганта урон 11, у тролля 13. И ХП по 72 у обоих. Соответственно, мы можем нанести ему 40 урона. Ух ты. Тут получается, если я правильно понял, нужно его через физу бить. Так, получается 2 удара по 19. Это будет у нас 38. Ключ 6, это получается 38. 38 на 4, получается 32. 32 и 38. Это 70. Мы его и не убиваем. Очешуеть, а. И это еще самый слабый. Так, наверное, стоит подбирать щиты. В таком случае подбираем щит, наверное, хотя нам он особо не поможет. Он третий удар нас убивает. Щит на сколько? Щит на минус 4, соответственно. Мы по нему 2 удара. Он по нам минус 4. Да, мы его убьем под щитом. Соответственно, нам 2 удара. В принципе, мы можем еще один удар ему дать, чтобы он не расслаблялся. И теперь урон 32 просто сжечь его. Теперь гигант. Чуть послабее, но у нас ХП не особо много. То есть мы 3 удара держим. 16 умножить на 3, 48. Плюс получается 50. А, ну тут 54. 54 плюс 48. Да, то есть мы, получается, максималочкой его пробиваем, чтобы не думалось. Все, мы пробили. Да, уж, блин, меня разработчики заставили подумать. Молодцы, молодцы. Продолжаем, мага. Легкое подземелье, магические шахты. Как раз для волшебников. Как раз для волшебников. Зараза. Телепортируется. Ну, опять же, его бить только руками. Что касаемо... Ой, слизь прям тут вообще мощная. Мы ее еще и не раздамажим. Так, получается, да, у него урон 5, мы не раздамажим, мы второй удар не выдержим. А он по нам, да, мы его не убьем, скорее всего. Что касаемо гнома, мы, в принципе, его должны убить. Получается, 2 удара, это 4, и пару огонька. 2 удара и огонька. Да, тяжеленькие ребята. Такие стоящие. Молодцы, молодцы. Расклад плохой. Лучше рестартить. Потому что что-то как-то тяжеловато. Начало слишком забитое, скажем так. Но мы посмотрим. Может, конечно, тут и есть еще что-то. Удар 7. В принципе, мы его пробиваем. Вот эту статую.
Удар один. Ой, блин, не того ударил. Ладно, неважно. Так, продолжаем. 2, 4, 8. Да, мы его можем убить. Убили сразу же, отлично. Да, но это рестарт. Если мы сейчас выход не найдем, это тут семерки стоят. А тут шестерка. 7, 6 и 8. О. Прямо для нас тяжелые. Ну да, вот тут если сейчас статую мы не убиваем. Хотя бы статую должны убить. Так, это получается 16 урона. То есть статую мы прошли. Тут черепа стоят. Мы их не пробиваем. Черепа не бьются никак. Удар 19. Нет, это у нас урон 15. Мы его не убиваем. Гнома и подавно мы не убьем. Он иммунен к магии. Да, тут прожигание нам здесь не поможет никак. Потому что у него слишком мало хп для прожигания. Нам проще огненным шаром шлепнуть. Поэтому тут либо рестарт, либо сейчас еще... А, ну все, тут рестарт, потому что мы этого не бьем, мы просто погибнем. На этом мы тоже, скорее всего, погибнем. Он 7-го уровня. Нам столько урона не хватит. А и 8-й и подавно. То есть это рестарт. Сразу статую. Статуи нету. Два мага. Маги хорошо, но они телепортируются. Лучше их на следующем уровне бить. У нас гном. Гном с ударом 3. Да, гнома мы пробиваем. Красный гном, это хорошо. Так, удар. Дважды гномика ударили. Так, тут сколько? 13 хп. 13 хп, у нас получается 6 плюс 2. У нас 8 урона максимум. То есть нам нужно в любом случае... Мы не убиваем, опять же, из них никого. Этого мы не убьем, потому что у нас урона не хватит. Этот вообще восьмерка, то есть для нас он очень тяжелый. Двойку мы не пробиваем. Колдуна мы не убиваем, он телепортирует себя. То есть для нас он очень тяжелый будет. Если только нам сильно повезет. Поэтому наш максимум, это мы можем один раз его ударить. Но это опять же, это 2 урона и плюс 6. То есть это копейки, которые на 13-го гнома не работают. С 13 хп. Поэтому это тоже рестарт. И до этих, да, мы можем телепортировать, но они улетят от нас. Поэтому они для нас не актуальны. Этого мы не убиваем, он двойка. Этого тоже он двойка. Это тройка с 11 хп, мы максимум 8 хп. А тут даже еще магическая защита стоит. О, то есть это вообще без шансов. Ну, слизь, она 8 уровень. Это рестарт. Хотя нет, если он телепортируется, подожди. Если вот этот телепортируется, мы можем его отогнать. За счет телепортации, например, ударив. Тогда, ну опять же, мы вернулись, собственно, к тому, с чего начали. Мы нашли статую. Статую мы можем убить. Но у него маг защита, соответственно, мы его не пробиваем никак. Есть только физой. У нас статуя обычная, убрали статую. У нас босс Лимончелло, слизь. ХП 85, удар 35 и привязывание к месту. Так, хорошо. Есть баночка.
Гнома смотрим. Получается, гнома, наверное, профитнее бить два раза рукой. Это 8. И два раза магией. Либо, если мы его, например, ударим. 12 один раз рукой. 12 и один раз рукой. Все, готов. У нас статуя. Статуя у нас падает за один прокаст. Статуя убрана. Но для физиков статуя просто кошмарная. Одна из самых тяжелых существ. У нас есть колдун, но он себя телепортирует, поэтому для нас он бесполезен. Статуя, равная с нами по уровню. У нас есть меч. Отлично. У нас появился меч. Есть статуя. У нас урона 20. Мы убили статую. Тут 22. Мы не выживаем просто тупо. Смотрим дальше. Это у нас кто? Это у нас мобы текущего с нами уровня показываются. Ясно. Смотрим гномы. Гнома можно было бы за один удар убить. Но у нас это не получится сделать, поэтому бьем его один раз и сжигаем. Берем меч. Бьем это лимончелло. Сможем пробить? Урон 20. 20. 32 урон. Да, лимончелло мы пробиваем. Раз. Да, пятый уровень. Отлично. Смотрим статую. Статуя упала. 8. 4. 24. Да, статуя упала. Берем меч. Смотрим этого. У него 11 хп. Плюс он телепортируется. Мы его не пробиваем. Смотрим этого. 31. С телепортацией также не пробивается. Слизь. Слизь нужно прожигать. У него слишком много хп. 22 урона. Это получается. У нас 24, статуя убита. У нас есть колдун. Готов. Так, смотрим еще раз слизь. 43. Так, получается, мы держим один удар. У нас урон 24 плюс, грубо говоря, 14. 24 плюс 14. 38. Мы слишком слабы против слизи. Бьем тогда гнома. Два удара милишника. Поехали. Смотрим слизь. У нас удар 17 плюс 35. Слизь убита. Отлично. Меч нам не дает активировать. Двенадцать плюс 35, да, слизь убита. Продолжаем в том же духе. У нас есть колдун, которого мы за один удар убираем. Предлагаю его убрать, чтобы не выпендривался. Так. Поражать меч. У нас есть гном, седьмой. Значит, удар 14, удар получается 30. 30 плюс 14 будет 44. Соответственно, мы гном упал. Смотрим дальше. У нас есть колдун. Восьмого уровня, достаточно тяжелый колдун. Он еще и с магической защитой. Так, у нас осталось два моба и босс. По идее, если он
колдун телепортируется не в темную область, мы его убиваем. Но если он телепортируется в темную область, мы его не убиваем. Соответственно, нам нужно, чтобы он телепортировался не в темную область. Пробуем бить слизь. Так, считаем. Значит, у нас она по нам один удар бьет. Максимум. Мы по ней, получается, 5-40. 40 плюс. Ага, то есть нам нужно для нее баф брать оружие. Баф оружие брать. Только в этом случае мы ее убьем. Ясненько. Так, что касаемо колдуна. Урон очень большой. Так, стоп. Нам хватит урона. Это получается 5, 20, 14. Да, нам хватит урона. Колдун здесь. Колдуна убили. Так, остался босс из видимых, по крайней мере, он один. Да, других я не вижу, по крайней мере, на уровне. Значит, берем меч. Мы, наверное, бить его не сможем. Да, мы бить не сможем босса, значит, меч нам не актуален. Хотя нет, мы сможем, у нас щит есть на локации. Значит, мы сможем бить его. По крайней мере, один удар точно сможем. Нам не дали прожигание. Берем меч, берем щит. Нам не дали прожигание, он, скорее всего, за боссом где-то лежит. Поэтому берем максимальное оружие, которое есть на локации, смотрим на босса. Да, нам не дали прожигание. Он по нам второй удар, если нанесет, мы погибнем, получается. Так, сейчас посчитаем. Получается, у нас две защиты. То есть мы можем одну банку съесть. Так, удар 30. И удар. Это получается, у него 54 хп остается. Плюс минус 40. То есть нам придется в любом случае банку есть. Придется в любом случае банку есть. Пробовать найти вот прожигание. Прожигание. Урон 21. Уже лучше. Урон 16. Но он не актуален уже, потому что у нас урон 8. За 8 маны. Соответственно, урон не актуален. Так, если мы прожигаем на 32, него осталось 32 хп. Мы бьем 31. Как бы это смешно не звучало. Соответственно, мы прожимаем банку хила, точнее маны, и шлепаем его. Все. Босс лимон убит. И последнего добираем. Все. Текущая локация очищена. Ну все.